Движение по улице Льва Яшина станет односторонним. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщает, что с 10 февраля улица Льва Яшина станет односторонней. Проехать можно будет только по направлению от улицы Ухтомского ополчения до проспекта Защитников Москвы. Ширина улицы Льва Яшина 8,5 метров. Встречному движению мешают припаркованные по обеим сторонам улицы автомобили. Введение одностороннего проезда призвано сделать движение более безопасным. В таком случае удастся сохранить парковочные места. Водителям рекомендуют быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!